Ну, всем привет. Да, вроде бы все нормально. Все тот же Вьетнам, все то же лето. Но что-то не то. На самом деле пришло время рассказать вам про мои отношения с моим байком. У нас с ним полное равноправие. И по четным дням он катает меня, а по нечетным я катаю его. Ладно, надеюсь, шутка засчитана. На самом деле я немножко не дотянул до заправки. Так что сейчас дотолкаю, заправлюсь и поеду дальше. Белый дядя на байке улыбается. Ему-то весело.